Вот так прекрасно у меня в этом году сработала такая небольшая хитрость посадить среди капусты салат. Я об этом читала, вот в этом году попробовала, и это действительно работает. На моем участке это работает. Там, где растет настурция и бархатцы, там полно всяких вредителей. А здесь, среди фактически салата, капуста очень хорошо сохранилась без какого-либо ухода с моей стороны. Без поливов, без прополок и без обработки ядохимикатами. Очень рекомендую этот метод. На следующий год я буду обязательно делать именно так.